Вот, ребят, смотрите, пришел мне пакет, вот такой, но это, значит, не я что-либо купил, а я что-то продал. То есть, вы помните, наверное, такой был компьютер недавно найден, такой сильно навороченный, вот, и, значит, я его отправлял, и вот он пришел назад, так как покупатель заявил, что его этот компьютер при транспортировке разбили. Вот, ребят, не знаю, как это удается некоторым почтальонам, в особенности от фирмы Гермес. Вот, ну вот так получилось. Короче, я упаковывал в одну коробку от дисков автомобильных. Одна коробка была на 19 дюймов, я ее в нее упаковал этот компьютер, и вторую коробку взял на 21 дюйм и в нее уложил коробку с компьютером на 19 дюймов, между обложил все мятыми газетами. Ну, в общем, упаковал, как всегда, хорошо, но тем не менее ее умудрились посылку разбить. Ну, насколько разбили, сейчас будем смотреть, сейчас будем открывать, скрывать, смотреть. Вот, я так понимаю, что посылку вот так вот на угол сбросили с высокого какого-то расстояния. Может быть, с какого-то, не знаю, транспортера она упала или что. Вот, ну, в общем, посмотрим. Там один угол, судя по фотографиям, был отбит. Сейчас будем открывать. Итак. Берем ножик. Кстати, пришла посылка уже в другом ящике. Да, этот верхний ящик другой, а нижний как раз мой. Вот по моей коробке мы можем как раз и определить, насколько она, где она была ударена и каким образом. Так, здесь мне прислали бумагу. Вот, сейчас будем вытаскивать, смотреть. О, видите, какой он тяжелый, даже коробка не выдерживает. Коробка не выдерживает. Да, компьютер действительно был тяжеленький. Вот так вот. И смотрим, что-то здесь как бы... Таких конкретных ударов-то я и не вижу на эти. В общем, нужно смотреть. Знаете, как еще попадаются у нас частенько так называемые битрюгеры, которые могут что-нибудь с компьютера, допустим, снять, а потом выслать... как бы недовольство, что его там разбили и так далее. Ребят, сейчас я камеру поправлю, мы будем немножко вот так вот снимать, а потом я возьму в руки, вообще посмотрим, что с ним. Сейчас нужно его сначала вытащить. Ну вот два угла, да, сбиты вот здесь, два угла сбиты, я вижу, но это не столь критично, чтобы компьютер был поломан, поэтому сейчас все будем проверять, номера и так далее. Вот так вот. Видите, как он упакован был? Это все моя упаковка. Это все упаковочка моя. Разбит у него. Вот смотрите. Ну, я не знаю, так ли он лежал, когда его доставали, но вот эта часть у него разбита. Сейчас будем его доставать полностью из коробки и смотреть. Настолько тяжело, что это... Вот там внутри все болтыхается, что там все... Действительно, все поразбилось. Вот, так. Вот, теперь.
теперь мы его ставим. Сейчас, ребята, возьму камеру, будем смотреть. Итак, смотрим, ребят, смотрите, видите, у него угол вот, вот разбит. То есть его действительно кинули вот на эту часть, на угол, да, и вот такое вот получилось. Причем вот сломано. Ну, то есть тут удар конкретный был. Это не могло произойти, знаете, просто так вот. Если там неаккуратно поставили коробку, а именно если ее неаккуратно конкретно кинули, вот это могло произойти вот такое. Вот, ее она могла упасть, допустим, с какого-то, я же говорю, транспортера высокого и так далее, именно на угол. Вот, ну и вот такое могло случиться. Хотя сейчас будем проверять. Открутим крышку, посмотрим, как это все теперь выглядит снутри. Так, нам нужно его перевернуть, кстати. Сейчас я его переверну. Потому что это другая сторона. Ну, разбит, конечно, он конкретно. Тут внутри нам что-то насовали, причем даже не закрыли болтами. Вот так вот. Как было тут сфотографировано, от удара у него, ребят, вот от удара, там было сфоткано, вот у него слетел вот этот вот кулер нафиг, причем он там вырвал все с корнями. Сейчас посмотрим. Так, здесь ничего больше нет. Вот так это выглядит, видите, крепление с корнями вырвато. Здесь у нас слот для как их называют, оперативная память, да, тоже вырван нафиг, ну как бы сломан. Вот, видеокарта, смотрите, тоже разломана нафиг. Вот, и меня сейчас интересует одна вещь. Я хочу пробить эту материнку по номерам. Сейчас я это сделаю, и мы продолжим. Ну что, ребят, да, я пробил по номерам. Короче, это та материнка, которую я посылал. Единственное, что меня сейчас смущает здесь, это там, по-моему, чего-то не хватает. Вот у меня картинки. Нет, этой детали здесь и не было. Ну, вот так вот. Вот так вот. Вот так вот почта меня разбила компьютер на 250 евро. Вот. Жалко, блин. Вот эти два жестких диска я уже снял. Вот, ну что, будем снимать теперь все отсюда. Вытаскивать все запчасти, а корпус будет выкидываться, потому что, ну, он, такой корпус здесь никому не нужен. Вот такие вот у нас, значит, новости. 250 евро. Хорошо, что я их как бы придержал. Не стал их, короче, там тратить куда-то или куда-то девать. Они у меня как висели на PayPal, так и висят. Сейчас я их верну, значит, покупателю назад. А мы будем довольствоваться только запчастями, которые останутся отсюда. Все, ребят, вот такой вот у нас сегодня обзор. Обзор того, как работает наша доблестная нахрен почта.
которая ломает вот такие компьютеры. Все, всем удачи и до следующего видео.